А с мячом хозяева игра уже стартовала. И совершенно неудивительно, что Барселона. Также Суарес, возможность этого паса, но не доходит. Передача. И вот здорово пока что защищается Севилья. А сейчас было где-то называли, что Де Йонга заменой Бускетсу. Входит Хесуса Наваса, острая передача. Но слишком долго стоял Суарес в ожидании. Фернандо. Хорошая передача. Де Йонг быстро вводит мяч Тер Штеген. Заканчивается атака, но нужен повтор. Нарушение правил. Это желтая карточка для... Отрабатывает угловое. Фернандо перехватывает. Начинает контратаку своей команды. Оливер ошибается в простой ситуации. Оливер. Отпускает мяч Месси. Но аут в пользу Барселоны все равно будет. Семедо, Фрэнки Де Йонга в списке нереализованных моментов сегодня. Подача в штрафную, а Луис Суарес забивает! 27-я минута! Барселона выходит вперед! Обладает серьезным хладнокровием и уверенностью в себе, чтобы даже такие передачи отдавать. Барселона и отбирает мяч Барселоны на чужой половине поля. Дембеле. Дембеле штрафной. Дембеле. Дембеле. 3-0. 35-я минута. Усман Дембеле отличается. Барселона громит Севилью. 3-й гол за 7 минут забивает Барселона. И теперь уже Юлен Лопетеги может просто сесть. Первый мяч проводит в этом... Серджи Роберто с мячом. Ну и Барселона, понятное дело, кто нет. Месси на левом фланге видит Семедо, отдает передачу. Угловой. Все получает желтые. Фернандо играет точно, Регилон. Серджи Роберто с ним справляется. Пытается еще обыграть. Технично не вышло. Он выручал свою команду, он играл надежно. Сейчас Дембеле, Дембеле отпускает. А вот красиво играет Дембеле. И проходит соперника, но тут же теряет мяч. И камп. Место налито, да, вышел Мунир. Перевод на левый фланг, Дембеле. Саня простреливает, Пике спокойно перехватывает эту передачу. И точный пас на Дембеле еще получается, но не точно. Это падение Дембеле, сам он уплыл. Снова пытается обыграть. Один в один Видаля, не удается ему это сделать. Не так здорово, как в стартовом матче за Севилью, когда он свой единственный мяч. И желтую карту. Месси в центр. Серджи Роберто, Артур. А Артур в положении вне. Банега. Для Барселоны в этом поединке. Очень сильно и далеко на трибуну. Удобно вроде бы остановил мяч Дембеле, но потом пытается он очень сильно ударить. Все заканчивается неудачей. Для Севильи в любом случае. Команда сыграла хорошо, если она не сумела добиться идеального результата. Дембеле на Ракитича. Ракитич пробивает, попадает в соперника. Но Севилья при этом играла хорошо. Она четко выполняла план. Предупреждение. Это прямая красная карточка для Усмана Дембеле. Получил второе предупреждение и красную карточку.